Всем привет! Сегодня я приготовила для вас самый вкусный рецепт котлет из индейки с кабачком и грибами. Кабачки нарезаю в мелкий кубик размером примерно в 1 сантиметр. Грибы натираю на крупной терке. Твердый сыр тоже натираю на крупной терке. Теперь готовлю соус. Сметану добавляю измельченный зубчик чеснока и тщательно перемешиваю. К фаршу добавляю соль, все остальные подготовленные ингредиенты, яйцо и сметано-чесночный соус. И все тщательно перемешиваю. На разогретую сковороду выкладываю и формирую ложкой котлету. Котлеты обжариваю примерно по 10 минут на среднем огне с каждой стороны до золотистого цвета. Котлеты получаются безумно вкусными, нежными, а самое главное – это сочные котлеты из индейки. Попробуйте приготовить эти котлеты с индейкой и кабачком и порадуйте своих близких этим вкусным блюдом. Надеюсь, рецепт вам понравился. Подписывайтесь на мой канал и, конечно, смотрите другие вкусные рецепты.